Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков, сегодня мы с вами прогуляемся к дому, который находится по проспекту Строителей, 142. А затем мы посмотрим на школу номер 52. Она находится недалеко от этого дома. И начнем мы с вами видеообзор с бульвара Шевченко. Хочу вам показать, как сделали остановку. Плитку еще не доложили. Здесь будет видеонаблюдение, Wi-Fi и, скорее всего, возможность подзарядить телефон. Вот так здесь сейчас выглядят пешеходные дорожки. Уже нанесли дорожные разметки. Сейчас посмотрим с вами на параллельную дорогу. Ранее я уже вам говорил, что эту дорогу расширили. По левой стороне вдоль всей дороги здесь нанесли разметку для парковки машин. Вот так сейчас выглядит дорожка для пешехода. И в эту сторону. Одно удовольствие гулять по таким аллеям. И особенно кататься детям на роликах. Здесь будет лавочка. Вдоль всей этой улицы проложены качественные пешеходные дорожки. Да, эту аллею уже не узнать. Она выглядит совсем иначе. Здесь раньше был убитый асфальт, потрескавшиеся старые лавочки. Но новые лавочки еще будут устанавливать. Везде ведутся восстановительные работы. Итак, друзья, это был бульвар Шевченко. А сейчас мы с вами зайдем в этот двор, и где-то здесь будет наша цель. С правой стороны дом 238, относящийся к бульвару Шевченко. С левой стороны проспект Строителей 144. Здесь еще будут ложить пешеходные дорожки. С этой стороны тоже. Ищем 142 дом. Это Строителей 146. А этот дом номер 142. Огородили забором. Ведутся восстановительные работы. Обойду дом с другой стороны. Часть дома выгоревшая. Вижу, что окна уже поменяли частично. Да, друзья, домом занимаются строители. Только что разговаривал с местными жителями. Говорят, что сегодня работал кран. Но видно сразу, что дом будут восстанавливать, так как вставили уже окна. Дом четырехподъездный. С правой стороны это дом номер 140. Видно, что дом был посечен осколками, но в целом он не поврежден. Поменяли окна. Проспект Строителей 142. Паспорт объекта. Окончание производства работ. Четвертый квартал 2023 года.
В основном в этом доме пострадали этажи во втором подъезде. Это третий и четвертый подъезды. Итак, друзья, это был дом по проспекту Строителей 142. И сейчас мы прогуляемся к школе номер 52. Это стадион, относящийся к школе номер 52. А это сама школа. Она в процессе восстановления. Сейчас сниму для вас лицевую часть школы. В школе ведется капитальный ремонт. Это парадный вход в школу, друзья. Номер 52. Она находится на улице 50 лет СССР. И для сравнения, друзья, вот так выглядит школа номер 27, в которой уже почти что закончен восстановительный процесс. Всем мира и добра, друзья! До скорой встречи и пока!